Наверное. Человек 100
Вот молодец! Вот молодец! Что мы делаем?
Синий поиск. Торнадо, да, напротив нашего дома. Давай. Все, пока, моя хорошая. Yeah.
Держи! Вадим! Давай.
маленькой пассе. Логично? Можно. Слушай, логично. Еще не капит. Готовится.
Сейчас нырню. Красава. Да, Макс, да, уже берется. Там на заднем Макс. Макс синим.
Выступает Аполя! Выступает Андрей Аполин! Выложим контакт! Снимает! Ноздри Михалыч, тренер. Михалыч, Аббас Михалыч. Потом снимите меня в конце. Тренер на капашном бою. Не поможем. А бой там! Thank you.
Поаплодируем, ребята. Поаплодируем, ребята. И чемпионом в этой весновой категории стал Эдин Степан. Приглашается тренер чемпиона для получения медали. Поаплодируем, ребята. И чемпионом в этой весовой категории стал Нечипаренко Дмитрий. Приглашается тренер чемпиона для вручения медали. Поаплодируем, ребята. В категории стал Афонин Андрей. Приглашается тренер чемпиона для вручения медали. Поаплодируем, ребята. Следующая вторая категория. Высшая дисциплина. Второе место занял Нестеров Борис, клуб «Пересвет». Это второе место. И чемпионом в этой весовой категории стал Жидков Игорь. Приглашается тренер чемпиона для вручения медали. Поаплодируем, друзья.
Быстро, Маш. И чемпионом в этой весовой категории стал права. Этим призом награждается Згода Дмитрия, клуб «Поляк». Итак, друзья, чемпион СССР по боксу в тяжелом весе, мастер спорта международного класса Сергей Демин. За лучшую технику награждается Роман Миронов, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, старший тренер Центрального спортивного клуба армии по кикбоксингу Константин Новиков. Можно мне? Извините, да, значит, это просто за девочки не за самый красивый бой, а за шесть подарков нам вручил клуб Союза десантных клубов. Союз десантных клубов. Шесть календарей на 2012 год. Счастливым обладателем такого календаря становится Аверин Анатолий, патриот, город Саратов. И всего у нас шесть календарей. И счастливым обладателем студии. И самый красивый бой, за самый красивый бой награждается... А где Илья у вас? Третьяков Глеб! Поплодируем.